ладно. Что ты типа. Ну такой формат у меня. Так мне не снимать. А я тебя не снимаю. Ну то сам лез в кадр. И, да я даже себя не очень люблю снимать. Я вот так подхожу, короче. Чтобы вот так вот не было отражения. Пойдем. Нажмите кнопку для открытия двери. Видишь, тут еще и кнопочки такие. Станция Кутузовская. Платформа справа. Переход на станцию Кутузовская Московского центрального кольца. This is Кутузовская. The platform is on the right. Да. Change here for Moscow Central Circle. Уважаемые пассажиры, при нахождении... Вот, подъехали на станцию метро Кутузовская. Сейчас наш поезд отправится в направлении Кунцевской. Вот, станция прошла реконструкцию. Сейчас вот тут такие рисуночки, посвященные Отечественной войне 812 года. Ну, еще комментируют. Ну, а что? Да. Вдруг кто-то не местный заинтересуется видео. А Кутузовской не было у меня. Сюда поезд подошел в обратном направлении, а за ним платформа Московского центрального кольца. Они здесь находятся под одной крышей. Эстакада, да, эстакада, Кутузовский проспект сверху проходит, а линия метро и Московского центрального кольца снизу. Так, ну тут вот из-за поезда не видно будет. Ну сейчас проводим поезд вот этот. Сейчас я покажу. Поезд пошел в сторону Александровского сада. А вот там видно, вот там платформа Московского центрального кольца. И как раз на нее тоже пришел поезд. Вот здесь выход такой. Все, гоню тогда если. Выходим на четную сторону Кутузовского проспекта. За окном уже вечер, а вот здесь вот Москва-Сити, через реку будет Московский международный деловой центр Москва-Сити. Вот посмотрим на выход. Вот у нас обновленный выход. Ну пойдем, нам, короче, вот так вот перейти, потом туда. Там она берет. 3:45. А это все равно. Кутузовский проспект. Там на заднем плане построенный бизнес-центр. Так, ну погнали. Начинаю. Здесь вот такой подземный переход через Кутузовский третье транспортное кольцо. Да.
на нечетную сторону, сюда на четную. Да. Можно заканчивать.